Ну вот, друзья, такой вот салатик у нас сегодня. Хей из баклажанов по-корейски. Ароматное летнее блюдо. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы с вами приготовим корейский салат из баклажан. Давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Ну, сами баклажаны непосредственно, огурчик свежий, морковь, я уже на корейской терке натер и слегка ее присолил, лучок, зелень и паприка, болгарский перец разных цветов и приправы чеснок. Так, баклажаны для этого салата я беру специально не слишком толстые. Почему? Потому что когда мы будем нарезать, нам нужно нарезать так, чтобы у нас на каждом кусочке была кожа. Если баклажан будет слишком толстый, то это будет проблематично. А так мы вот резаем напополам и вот таким вот образом у нас получается каждый кусочек с кожицей. Если он будет без кожицы, то он будет просто разваливаться. И вот таким вот образом мы нарезаем все баклажанчики. Итак, друзья, баклажаны я нарезал. Теперь нужно нам их присолить. Некоторые оставляют баклажаны на час, на два так в соли, чтобы они выпустили горечь. Но у нас баклажаны не горькие, сколько я готовлю. Горькие как-то нам не встречаются. Поэтому я просто солю и сразу жарю. Но если у вас горькие баклажаны, можете оставить так на часок, на два, чтобы с них вытек сок. И тогда вытечет соком и горечь. Итак, на хорошо разогретую сковороду наливаем растительного масла. Хорошенько его нагреваем. Итак, масло наше разогрелось. Начинаем обжаривать баклажаны. Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Так, с одной стороны баклажанчики подрумянились. И переворачиваем их на другую сторону. Вот такие вот красавчики у нас получаются. Аппетитные. И вот как с двух сторон обжарились, убираем уже их на салфеточку, чтобы лишнее масло с них впитывалось в салфетку. И таким образом обжариваем все наши баклажаны. Итак, друзья, баклажанчики мы обжарили. Вот такие вот красавчики у нас получились. И сейчас осталось все наши ингредиенты соединить вместе. И будет сказка. Сейчас добавляем лучок прям на горячие баклажаны. Морковку, болгарский перчик разноцветный, свеженький, аппетитный. Так, и начинаем приправлять. Ложечку сахара, черный перец, пару ложечек красной сладкой паприки. Ложку молотого кориандра. И мелко нарубленный чесночок. Ну и конечно же, мы любим этот салат остренький. Мы добавим еще ложечку чили. Если вы не любите острое, можете не добавлять. Ну, немножко остринка там должна быть. Будет вкусно. Добавляю также пару ложек уксуса. У меня уксус 25%. Сейчас добавлю 2 ложки, потом попробую, может быть, еще добавлю, но пока я думаю, этого будет достаточно. И соевый соус. У меня соевый соус темный,
тоже так пару ложечек столовых, я думаю, будет нормально. И немножко присолим. Баклажаны я солил, морковку тоже слегка солил. Соевый соус тоже соленый. Ну, много не буду солить, слегка. Ну и теперь аккуратненько все это размешиваем, чтобы не повредить баклажаны. Они, как известно, у нас нежный продукт. Потихонечку так. Ну, ароматы, ребята, уже я вам скажу, обалденные. Ну, салату, конечно, нужно этому еще постоять, настояться хотя бы часик-два. И тогда будет сказочный салатик. Сейчас я еще добавлю сюда огурчика. Так, беру огурчик. Вот так, наверное, половинки хватит. Так, почищу его. Разрезаю вдоль и убираю я с огурца вот эти вот зернышки. Чтобы не было лишней влаги в салате, зернышки мы убираем. И нарезаем теперь огурчик вот так красивыми дольками. Чтобы салатик наш был красивенький. Вот так вот. Вот так пошли огурчики сюда. Теперь берем зеленый лучок. Также берем зелень. Здесь у меня петрушка и укроп. Нарезаем мелко. Так, ну теперь берем и аккуратненько перемешиваем салат, так, чтобы ничего не повредить, потихоньку. Начинают работать все ароматы уксуса, чесночка, укропчика. Вот, ребятки, вот такой вот у нас красавчик сегодня салатик получается. Пахнет обалдеть. Но если он постоит еще часик-два, я его делаю вообще для завтрашнего мероприятия. Сегодня у нас вечер. Он у меня будет стоять, мариноваться еще всю ночь. Но ему нужно помариноваться хотя бы пару часиков. Вот так вот. Смотрите, какая красота получилась. Ну вот, друзья, такой вот салатик у нас сегодня. Хей из баклажанов по-корейски. Ароматное летнее блюдо. Ну вот, друзья, вот такая вот вкусняшка у нас сегодня с вами получилась. Корейский салат из баклажан. Очень вкусное блюдо, я вам просто рекомендую. Те, кто любит баклажанчики, вообще зайдет на ура. Все специи, все уксус, все в норме, все классно. Но опять же, смотрите, там как вы любите. Кто-то любит поострее, кто-то любит покислее. Можете добавить побольше. Но для меня вот это вот уже нормально, все классно. Ну, ему еще нужно настояться немножко. Будет вообще просто сказка. Ну и сейчас уже, конечно, тяжело оторваться. Классный салатик. Ну и на этой вкусной ноте, дорогие друзья, я буду с вами прощаться. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы очень ждем, с удовольствием читаем. И до новых встреч. Всем пока-пока. Да, салатик, конечно, бомба.